Ребятки, всем салют! Мы сегодня в полном составе. И сегодня мы вас приглашаем посмотреть на ту дорогу, в принципе, которая из всех, которые вот эти вот все петляющие серпантины, меня лично как водителя, ну, жестко напрягает. Я не говорю сейчас про красоту, я говорю про то, что на этих дорогах в любом случае опасно. Как бы она ни была оборудована, особенно... Например, такие дороги, как в Грузии, в Абхазии, там, в Армении, вообще как пронесся. В общем, местные летают так, что если вдруг у тебя чуть-чуть не хватит реакции, то ДТП, которое вот тут, можете вот тут увидеть, тут машины две стоят, влетишь 100%. Серпантин всегда опасно. Я приглашаю вас сейчас на такую дорогу. Дорога на гору Ахун. Погнали. Вот, ребята, смотрите. Вот дорога идет, видите, как она сильно петляет, 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 и вот непосредственно вот тут вот такой поворот, и непосредственно вот она, гора Ахун, смотровая. Давайте мы поставим точку, нажмем сюда и посмотрим. Нам ехать 19 минут 10 километров серпантина. Ну все, ребята, погнали.
Да, кто-то может сказать, да что тут такого, едешь, да едешь. Ну, во-первых, в любом случае, любой серпантин убивает машину. О, вот мы сейчас автобусом, да, будем разъезжаться? Вот так вот, пропускаю лево. Кто-то здесь вот так вот бегает туда, кто-то ходит в эту гору пешком, почему бы нет? Сейчас висела табличка. Оползнем, на самом деле, да, может это быть, когда дожди, снег тает. Да, возможно. Нет металлической сетки и есть вариант, что что-то и выскочит. Но надеюсь, все будет хорошо. И дождей сейчас нету. Ребята, вы можете заметить, что мы попадаем в такую зону, где есть снег, он лежит, конечно, его не так много, но он есть. Вот они, горы. Вот нас встречает табличка «Добро пожаловать в Сочинский национальный парк».
посмотрите, в какую великолепную природу мы с вами попадаем. Какие классные деревья, снег, тепло. Ну, круто же, а? И нам, походу, нужно ехать вон на ту вершину. Да. Не совсем понимаю, как это разъезжаться вот с такими штуками. Ну да, вот они. Это... Сколько да, да? Да, да, вообще. Да. Интересно, знаете, сюда ходят экскурсионные всякие автобусы. Опа! И поднимаемся вверх. Можете заметить, что здесь даже вот так вот убирают снег. Прямо на тракте. Вот так вот. В общем, за дорогой следят. Это, да, это не такой ушатанный серпантин. Ехать можно. Поэтому мы едем.
клевое в этой дороге, что мы просто из какой-то, из какого-то лета, да, с побережья приезжаем в снег, и его с каждым километром становится все больше, 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 больше. Гляньте, гляньте, сколько снега. Он белый, горный, блин, настоящий природный. Какой кайфец, а? Что, ребята, вот мы и доехали. В комментариях я от вас жду свое мнение по поводу этой дороги и, в принципе, вообще ваши отношения, как вы относитесь к серпантинам, ездили ли вы по серпантинам, что скажете. Мы на горе Ахун, подписывайся на канал, ведь следующий выпуск будет именно про эту гору. Мы здесь погуляем, все покажем и расскажем поподробнее. Все, всем пока, пока. До новых встреч!